Пока новоиспеченная парочка дальневосточных аистов заселяет новое любовное гнездышко, в Приморье термин «здоровая экологическая обстановка» стремительно покидает лексикон местных жителей. В прямом эфире каждый может увидеть, как большие и редкие птицы живут и воспитывают птенцов, ну а жители Владивостока, как в реальном времени, вырубаются не какие-то там таежные, а их собственные – городские леса. И даже территория академгородка ДВУРАН, судя по этим кадрам, не стала исключением. Из 19 тысяч гектаров. Так. Городских лесов на кадастровый учет поставлено только 800. Хорошо. Остальные где? А это леса, это не просто городские леса, это и защитные леса, и краснокнижные, и рекреационные. Понятно. И это будет, я вас уверяю, вот эта проблема будет похлеще, чем угольная пыль. А последние эксперты тоже в последнее время сказали немало и иногда по делу. В начале апреля, пожалуй, самый известный приморский ученый Владимир Раков принял участие в заседании экологической общественности, где были озвучены, к слову, далеко не в первый раз, проблемы, связанные с угольными терминалами в Находке и Врангеле. Конечно же, если хотите сохранить здоровье детей, своего будущего поколения, и хотите нормально жить, нужно уезжать с Находки, пока, значит, порт работает с углем. Это громкое заявление. Заявление осталось незамеченным на фоне визита в Находку министра транспорта России Максима Соколова. Управленец открыл новый железнодорожный парк, предназначенный для распределения угля с комплекса Восточного порта. Он является одним из крупнейших российских угольных специализированных терминалов, а открытие этого парка позволит довести его мощность по перевалке до 40 миллионов тонн, что, конечно, будет весомым вкладом вот в развитие экспорта угольной составляющей. Несмотря на уверения властей о небывалом вкладе в экономику и расширении экспортных возможностей, нельзя не принимать в расчет, что подобное варварское отношение к местному населению, вынужденному дышать и жить вплотную со стивидорами, само по себе некорректно. При таких объемах угля, которые переваливаются в порту, должна быть санитарно-защитная зона шириной 1 километр. Впрочем, неделя выдалась плодовитой на громкие заявления ученых не только в контексте угольной пыли. Научные сотрудники биолого-почвенного института совместно со Всемирным фондом дикой природы на днях представили публике свои неутешительные доводы, облаченные во вполне конкретный посыл. Ввести мораторий на лесозаготовку казалось бы такой незаметной, но очень значимой для региона дальневосточной липы. Вернее, всех трех ее медоносных разновидностей – маньчжурскую, амурскую и итаке. Лесопромышленники сейчас очень активно в средствах массовой информации, при личных беседах делают основной упор на экономическую составляющую. О том, что если мы добьемся запрета липы, экономика Приморского края, как они утверждают, минимум на 50% пойдет, снизить показатели. Ну, тут хотелось бы вот более глубже разобраться и, так сказать, отбросить все вот это лукавство и пояснить. Липа занимает в полном объеме у лесопромышленников в нашем Приморском крае порядка 3-5%. На прошедшей в офисе амурского филиала фонда пресс-конференции было поднято множество вопросов и насчет непрозрачных объемов добычи и экспорта липы, как лесозаготовочного материала, и пасечниках, рискующих лишиться заработка. Но самым важным стало разоблачение популярной байки, которую лесопромышленники травят не один десяток лет. Мол, если липа старая, значит и медонос из нее никак. Какой? Давайте мы ее и вырубим. Но специалисты, всю жизнь изучающие лес, так не считают. Как раз в районе 100 лет и дальше. До этого липа слишком молодая, она не может активно плодоносить, активно цвести. Только в 2016 году фактически объем лесозаготовки липы превысил официальный на 575 тысяч кубометров, пробив антирекордное дно в 746 тысяч кубов. При такой варварской вырубке липы бесспорно невозможно будет говорить ни о развитии экспортного потенциала по такому уникальному в мировом масштабе продукту, как липовый мед, ни о каком-либо шансе для представителей лесного бизнеса добиться устойчивого развития в будущем. Поэтому то, что вы можете видеть на плакате за нашими спинами, это факт. Мы можем утратить один из видов липы, причем даже не знать об этом. Эта ситуация, естественно, очень сильно нас беспокоит. Это связано не только с необходимостью сохранения липы как таковой, но и с ее очень важной функцией, в том числе для развития бизнеса по производству недревесной продукции леса. Впрочем, пока на одном фронте экология воюет с бизнесом, на другом некоторым видится проблеск надежды. На днях глава региона сообщил журналистам, что стивидорная компания «Восточный порт» в Приморье в октябре планирует первой в России перейти на закрытую перевалку угля, а на борьбу с угольной пылью в Находке уже сейчас направлено 200 миллионов рублей. Сам губернатор все же согласен, что законодательство, в том числе экологическое, нужно и должно соблюдать, о чем не раз говорил в ходе личных проверок крупных предприятий.
Хорошо. Пора уже, ну, возвращаться в нормальную систему жизни. Что касается лесной отрасли, 8-й канал продолжает пристально следить за развитием событий. Пока выводы ученых неутешительны, но всегда стоит помнить, что вовремя принятые меры могут в корне изменить ситуацию, и такие примеры в мире есть. Евгений Черемухин, новости на 8-м.